Швейцария принимает биткоин. Как сообщает CoinIdle, швейцарский частный банк Falcon Group, банк с 50-летним опытом управления капиталом, стал первым местным банком, предлагающим своим клиентам новую услугу управления блокчейн-активами, в том числе биткоином. Нововведение стало доступным благодаря сотрудничеству Falcon Group с Bitcoin Swiss AG, регулируемым криптовалютным финансовым брокером из Швейцарии. Банк уже получил разрешение о запуске этого уникального продукта от FINMA. Кроме того, банк Falcon установил биткоин-банкомат в фойе центрального отделения в Цюрихе.